Всем привет! Начинаем очередное наше путешествие. Вот посетил я тут как-то музей печати. Находится он на Мойке 32. Действительно, есть такое помещение, в котором стоит различное печатное оборудование. Здесь было раньше давным-давно, как говорится, видимо, типография, которой, кстати, руководил, точнее, принимал участие Владимир Ильич Ленин. С 1917 года здесь печаталась газета «Правда». Вот здесь представлены различные типы оборудования, различные прессы, вот видите. Ну, я, честно говоря, не знаю, как эти штуки называются. Различные прессы, печатные машины, наверное, ротопринты какие-то там, как они там раньше были, назывались. Вот здесь же лежат муляжи, а может быть и фактически газеты «Правда», какие-то воззвания, листки, литера, если я не ошибаюсь, это такие штуки, из которых составляли текст, а потом прокатывали машинами. Вот видите, всем частным гражданам постановление. Вот, интересно посмотреть, ну, так, в чисто познавательных целях, и во всяком случае, у меня не было экскурсии там, я просто прошелся, пофотографировался, мне было интересно посмотреть на типографию, которая была в 17 году, машины, которые использовались для печати вот этих всех воззваний, газет. Интересно, познавательно. Всем рекомендую сходить, посмотреть. Для специалистов, наверное, такие могут быть. Им вообще будет интересно, потому что, ну, видимо, конечно, сейчас совсем другие типографские машины. Да не видимо, а точно другие типографские машины. Поэтому посмотреть, как печатались старые листки, старые различные брошюры, воззвания и газеты. Ну, почему не посмотреть, это интересно. Вот, находится эта выставка на Мойке 32. Очень доброжелательный персонал, просто очень приятные люди, которые, я только вошел, сразу мне прочитали лекцию про дом, где находится музей печати. И просто интересно, там проходит, кстати, выставка художницы одной. Вот я следующий выпуск сделаю о ее работах. Ну вот, собственно говоря, и все. Посмотрите, вот такие различные резаки, прессы и печатные машины, которые использовались в 1917 году, как там написано, печаталась газета «Правда». Говорят, здесь даже снимался Хабенский в фильме «Троцкий» в этих интерьерах. Ну все, всем пока, всем привет. Всего хорошего, до свидания. Пока-пока.